день, любители растений. И сегодня такой сюжетик о нашей ненасытности. Все нам хочется, хочется новых и новых растений. Увидели, хочу, хочу. Да, мы себе это можем позволить. Мы достойны этого. Но задумываемся ли мы о том, хорошо ли растениям у нас? Да, когда оно маленькое, мы радуемся, глядя на его рост. Но когда растение начинает расти, занимает большую площадь, мы начинаем думать, куда ж тебя пристроить? Возможно, делаем нарезки черенков, чтобы опять размножить, в надежде, что большое растение мы пристроим. Так, думаю, не я одна. Так думаем мы, любители комнатных растений. У меня растений довольно много. И если смотрите мои фильмы, убедились в этом. И с каждым годом эти растения начинают завоевывать себе место. Посмотрите, вот он, фикус Бенджамина. Я его вырастила из череночка. Сейчас высота его уже где-то 1,80 м, ну, около 2 метров. И если его поставить отдельно, оно будет красоваться. Рядом практически зажата монстера. Видите? И они входят одно в поле другого. Но это неправильно. Каждое растение должно иметь свою площадь. Тогда оно будет прекрасно развиваться. Давно мечтала иметь вот такую красавицу, монстерку. Да, я ее имею. Благодарю, она прекрасна. Отзывается на мою любовь, но ей тоже мало места. Зажат спатифилум, зажата вот эта опунция. Листья не должны соприкасаться. Да, в природе они тоже перемежают одно растение с другим, но это природа, и растения там заселяются хаотично, так, как им удобно. А у нас на наших подоконниках мы поселяем одно растение с другим и желаем, чтобы всем им было хорошо. Вот оно, кофейное деревце. Оно тоже зажато и между монстерой, и между лимончиком. Благодарю, что они растут. А тут, посмотрите, видите, что творится? Драцена окаймленная. Она очень хочет расти. Но как же ей расти, когда все зажато? Красавчик филодендрон, он тоже зажат. Но сегодня я дам ему новый домик, новый горшок. Возможно, немножко поправлю его лиану. Ему тоже надо много места. Если убрать его отдельно, поставить, вы увидите, как же он красиво смотрится. Видно, что тянется он в сторону. И смотрите, к монстере прислонился. А вверху ему тоже мешает расти сциндапсус золотистый. Пока были маленькие черенки, все было прекрасно. А сейчас посмотрите, как они ищут себе новое пространство. Я благодарю все растения, которые растут у меня. Я уже остановилась. И про это я говорю не в одном фильме. Что мои колодцы заполнены. Растения своим видом показали. Екатерина, хватит. Нам нужно пространство. Мы хотим хорошо развиваться. Я согласна. Потому что иметь вот такое количество растений, я как бы чувствую каждое растение, которое кричит:
Дай нам место, дай нам место. Мы хотим развиваться, мы хотим расти. А я их зажала, установила одно рядом с другим. Но уже чувствую, что все, нет этой тяги. Я поняла мои растения. Я услышала их призыв, их просьбу. И все, я больше не покупаю растения, а стараюсь дать им то, что они любят, то, что они хотят. Хотя, конечно, при таком обилии это нереально. Ну вот, провела почти обзор, хотя сегодняшнее видео было направлено на то, что я сделаю перевалку моему филодендрону. А вот это фикус. Он долго не хотел расти. Я ему уже мест 5 поменяла. Плохо развивался, сбрасывал листочки. Вот можно на этом фикусе проверить цитокининовую пасту. Видите, сколько у него возможности дать новые росточки. Но благодарю, что вот на новом месте прижился и чувствует себя хорошо, и даже пошел в рост. Видите, началось ветвление. Вот. Благодарю тебя. Этот фильм, видимо, мне надо закончить, но сегодня я выпущу еще один фильм про вот этого красавчика, как я его буду пересаживать, переваливать. Вот он, горшочек. Видите, как надо одно растение отделять от другого. И покажу, как смотрится это растение, если стоит отдельно. Да даже если взять вот это кофейное деревце, сейчас я его установлю отдельно, вы увидите, как оно красиво смотрится и как оно будет меня тут же благодарить. Ну что, смотрите, я его выставила в проход оранжерейки. Смотрится оно вот так, в кашпо, которое я сделала сама. И если бы оно стояло отдельно, оно бы красовалось. И говорила: ах, какой же я красавчик! Благодарю тебя, хозяйка, что полила меня водичкой подкисленной, что дала мне возможность дать новые листочки. Но опять мне придется установить его на прежнее место. Вот это место, зажатое. Здесь нет пространства, а растению это нужно. И, о, еще один моментик. В прошлом году посадила манго. Вот так вот себя чувствует. Недавно потерял один листочек, но смотрю, что не хочет, не хочет макушечка расти. Возможно, надо ему поменять место. А куда? О том, как я сажала манго. У меня есть 2 фильма. Манго из Германии вначале пошло в рост, а потом погибло. А это манго, привезенная из Италии. Возможно, убедила я вас, и вы, как и я, перестанете закупать растения партиями. А вот это монстера. Узнаете? В этом красивом кусте то зажатое растение, которое я только что показывала в своем видео. Вот как она прекрасно смотрится, если ей дать отдельное место. Все тянется и тянется эта лиана, и можно опять ее здесь привязать. Видимо, так я и сделаю, чтобы она могла свободно развиваться. Иначе придется ей искать этой точкой роста себе место в пространстве. Могу говорить о своих растениях постоянно и всеми любуюсь.
И все они меня благодарят и говорят: «Екатерина, благодарим, но хватит. Хватит приобретать все новые и новые и новые растения». Я их послушала. И вот этот красавчик, Сцендапсус неон, вынесла его на улицу обмыть, напоить хорошенечко. И как он прекрасно смотрится. Вот так, когда стоит один, и занесу в дом, и покажу, как я его пристраиваю. И явно ему это не нравится. Ну вот, а теперь вы узнаете в этом зажатом растении то красивое, мощное растение, которое было в предыдущих кадрах. Так давайте же любить наши цветы, а не только любить себя и радовать себя новыми и новыми растениями на наших подоконниках и в наших квартирах. И тогда они вам скажут: «Благодарю!» Ну, а мой фильм не заканчивается. Будет продолжение. Смотрите!